Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Мы представляем вологодскую кружевную фирму «Снежинка» и группу компаний Вологодской области, которые работают на едином стенде. В чем сложности производства кружева? Ну, прежде всего, что это полностью ручная работа, и это вещи, которые... Бывает, несколько месяцев ищут своих покупателей, поэтому необходимо быть особенно внимательными по отношению и к покупателям, и к изделиям, для того, чтобы они встретились. Есть какие-то технологические особенности, может быть, новшества в вашей работе? Я думаю, что технологических новшеств больших у нас не наблюдается. Наверное, исключением являются только лишь материалы, которые совершенствуются с течением времени, и мы адаптируемся к ним. На самом деле это очень хорошая история, потому что сейчас намного проще стало работать именно в связи с развитием технологий. И в этом смысле промысел становится более новым, более актуальным и более легко уживчивым в современном мире. Мы очень рады за вас и за российский промысел. Удачи вам в делах!